Отец, мы благодарны Тебе за все. Ты велик и всемогущ, Ты любящий и заботливый. На Тебя мы уверенно полагаемся и верим всем словам Твоим. Твои драгоценные обетования дают нам опору, потому что Слово Твое не возвращается к Тебе тщетно, но исполняет все, для чего Ты послал его. Оно светильник нашего сердца и здравие для всего нашего тела. Слава и хвала Тебе, наш Бог, во имя Иисуса. Аминь. Добрый день, мои хорошие! Вы на канале «Тот, кто больше храма». Притчи. Жребий прекращает споры и решает между сильными. Озлобившийся брат неприступнее крепкого города, и ссоры подобны запорам замка. От плода уст человек наполняется чрево его. Произведением уст своих он насыщается. Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его. Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа. С мольбою говорит нищий, а богатый отвечает грубо. Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным. И бывает друг более привязанный, нежели брат. Сегодня мы с вами начинаем читать первое послание Петра. Глава первая. Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцем, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифии, избранным по предведению Бога Отца при освящении от Духа к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа, благодать вам и мир да умножится. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явление Иисуса Христа, которого, не видев, любите, и которого доселе, не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, верою вашу спасение душ. К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них
Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за Ним славу. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы. Посему, возлюбленные, припоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа, как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: «Будьте святы, потому что Я свят». И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога, в послушании истины через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал. Но Слово Господне пребывает вовек, а это есть то Слово, которое вам проповедано. Послания апостола Петра удивительно просты. Он не был образован, как апостол Павел и Лука, но в его посланиях заложен глубочайший смысл. Он призывает нас, припоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа, как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: «Будьте святы, потому что Я свят». И еще: со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа. Его проповедь Евангелия – чистейший образец
немногословия и невероятной точности формулировок. Он вслед за Иисусом еще и еще раз напоминает нам самое главное: очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. А любовь может все, потому что Бог есть любовь. Псалом. И убоятся народы имени Господня, и все цари земные славы Твоей, ибо сожидиждет Господь Сион и явится во славе Своей, презрит на молитву беспомощных и не презрит моление их. Напишется о сём для рода последующего, и поколение грядущее восхвалит Господа, ибо Он приникнул со святой высоты Своей, с небес презрел Господь на землю, чтобы услышать стон узников, разрешить сынов смерти, дабы возвещали на Сионе имя Господне и хвалу Его в Иерусалиме, когда соберутся народы вместе и царство для служения Господу. Изнурил Он на пути силы мои, сократил дни мои. Я сказал: Боже мой, не восхити меня в половине дней моих. Твои лета в роды родов. Вначале Ты основал землю, и небеса – дело Твоих рук. Они погибнут, а Ты пребудешь. И все они, как риза, обветшают, и как одежду Ты переменишь их, и изменятся. Но Ты тот же, и лета Твои не кончатся. Сыны рабов Твоих будут жить, и семя их утвердится пред лицом Твоим. Дорогой Господь, мы благодарны Тебе за все. Ты любишь и хранишь нас в мире своем совершенном. Работаешь над душами нашими, производя в них и хотение, и действие. Ты преобразуешь нас в свой образ и свое подобие, даешь силы и мудрость следовать за Тобой и быть послушными Тебе, чтобы в свое время мы могли войти в радость Твою на небесах. Спасибо Тебе за любовь, милость и прощение. Слава и хвала Тебе, наш Бог! Во имя Иисуса. Аминь. Будьте благословенны. До следующей встречи.